Рекомендую, ребята, вам подписаться на канал Вадим Крут. Это канал, посвященный игре Clash Royale. Тут, ребята, выходят очень интересные видосики по открытию сундуков. И не только, также проводятся стримы. И, в общем-то, ребята, кому эта игрулька интересна, обязательно залетайте. Будет много чего вкусненького. Так что ссылочка на этот канал будет в описании. Всем привет, дорогие друзья, я подписчик моего канала, с вами Вайдер. Сегодня мы, ребят, с вами записываем рубрику, которая называется «Тоннель смерти». И, блин, ребят, предыдущий выпуск вам понравился, вы там опять же понаставили кучу-кучу лайкосов, так что давайте запишем очередной выпуск этой рубрики. Сегодня я буду ее записывать с Ховиком и Жекой, поздоровайтесь. Всем здорово. Здорово. Вот, и сейчас, короче, ребята, мы на КМН будем разыгрываться, кто же первый проедет в этом туннеле, и maybe первый сразу чувак, сразу, короче, с первого раза заберет этот голдик. Но я вам, ребят, напоминаю правило, что, например, если выиграет у нас Жека, и он с первого раза проходит этот весь абсолютно туннель, то мы с Ховиком проиграли, и мы должны кукарекнуть. Ну, кукарекнуть не так вот, кукареку. Что это за кукареки, да, согласитесь? Мы должны прям так по-мужицки, прям по-петушиной, как кукарекнуть, так кукарекнуть. Что было вообще здраво. Так, Ховик, ты у нас тут? Да. Я понял тебя. Ховика уже хотели снести. Так, ладно, давайте на КМН разыгрываться, кто у нас что будет делать. Готовы на счет три? Раз, два, три. КББ. О, получается, Ховик у нас последний едет. Так, Жека, давай теперь с тобой. Раз, давай, раз, два, три. А, блин, так и знал. Так, ну ладно, ребят, давайте, Жека у нас едет первый. Давай, Женечек. Так, сперва напиши «Стоп, го». Вот. И, чуваки, врубайте ДДшки. И... Бдиш, бдиш, бдиш. Уй! Что было? Это Жека просто тебя взяло и не стало. О, вот, короче, кстати, мы, ребята, еще замутили такую тему, что нам нужно брать и ехать без остановки. То есть абсолютно, ребята, без... Что такое? Офигеть, это же вообще практически нереально. Так, Хованский, давай, я рестнулся довольно-таки далеко, так что ты уже давай без меня там пиши го. Блин, ну это вообще, это ни раз не здраво. Сейчас, если Ховик еще проедет, это будет вообще... Я даже аптеку не успел занарить. Блин, это внутри, ребята, офигеть, very, very hard. Так, давай, Жека. Теперь у нас опять Женечек, короче, начинает ехать. А ты им написал го? Да! Блин, ну это seriously, ребята, тяжело. Это прям в натуре настолько тяжело и неимоверно круто с одной стороны... Офигеть! Меня рельсами настолько жестко воротит, что я в какие-то разные стороны улетаю, просто как бешеная сученька. Так, я понял. Давай, Хован. Теперь Ховик. Чё-то Ховик практически проехал, хочешь сказать? Ты офигел? У нас, кстати, минус один. А, у нас минус один? Ну ладно, ничего страшного, одним меньше, одним больше. Я так думаю, ничегошеньки с этим не случилось. Тем более у нас сразу паркур-танк зашел на его место. Так что такое себе. Так, ладно, давай, Женёчек. Давай, Женька, Женька, ты Женёк! Что там было? Так, все, ребят, давайте. Ехаем, 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 ехаем. Да ё-моё, ну блин, ну это вообще капец. Это, ну я ж практически мог проехать. Короче, ребят, сейчас мы еще сделаем попытки, думаю, 3-4. И если у нас не получится, то мы все-таки нашим участникам, которые играют у нас как раз-таки за вот этот туннельчик смерти, скажем, чтобы они лупили нас без ДДшки. Ну потому что ДДшка, ребята, это серьезно, это просто нереалити проехать туннель. То есть, меня выдают 2-3 рельсы, все, я уже на респе, потому что я не успеваю ничего тупо юзануть. Так, после негатива иду я. Блин, это, блин, офигительно с одной стороны, но с другой стороны это нифига не... Да... В меня даже половина, мать его, не выстрелила, и я уже отправился на респ. Это вообще как, это законно? Мне кажется, или вот это Сирию, если как бы нереально проехать. Ладно, давайте еще Джека, Ховик и я проезжает. Получается, от Ховик сейчас едет, да? Его слили. Потом Джека,
Я и еще раз Ховик, если мы уже никто, ребят, не проедем, то в натуре, походу, придется как бы нашим участникам сказать, чтобы они без ДДшки нас лупили. Но это как бы в натуре нереально. Вы сами видите, что происходит вообще с нашими корпусами. Так, у меня сейчас еще КД будет. Вот это довольно-таки нездраво. Так, ладно, я не знаю, для чего я не тру, конечно, Анарию. Это офигеть. Блин, кстати, они у нас правила немножко нарушают. То есть, каждый из чуваков должен зажигать рельсу, как только мы проезжаем эти танки. Они, кстати, нарушают правила. Блин, сейчас нужно это, короче, им сказать. Я думаю, они услышат это у нас все дело на стриме, потому что записываем это, ребята, онлайн. Так что... Да я... Останавливаться нельзя, эй. Да, Ховик, останавливаться. Да, у меня кнопка зависла. Так, мне... Честно, я говорю сейчас честно. Так, теперь, наверное... Ждать, так, пока не хедят, давайте им сейчас, ребята, короче, ну они услышали, походу, что нужно стрелять именно до того, как вы проезжаете чувака. То есть и немножечко, может, наперед. Смотрите, например, я еду, паркур-танк может удеть, зажечь рельсу и выстрелить меня только после того, как я буду на его уровне. То есть вот так вот нужно выстреливать. Вот так вот это, я думаю, будет логично. А то у нас, смотри, вся толпа тупо выстреливает, да, и мы не можем сделать. Так, ладно, давай, Жека. Давай. Жека у нас сейчас го. И сейчас, я так думаю, ребят, получится то, что мы и ожидаем от этого. Смотрите, Бо, смотрите. Хорошка! Это такое просто сейчас было, ребята. Вы не представляете. Так, ладно, давайте, короче, ехаем. Да блин, я сейчас думал, я заберу. Ну это уже вообще ни раз не здраво. Так, блин. О, Ховика тоже слили. Так, Жека, давай, ты там где? Ты там не очень далеко? Не очень близко? Не-не-не, я уже еду. Давай. Я... Go. Давай. Давай. Я просто хочу на это, ребят, посмотреть. Но сейчас как раз таки, ребята, они играют достаточно адекватно. То есть так, как это по идее должно быть. То есть рельсы зажигаются после того, как мы преодолеваем, например, какую-то полосу, да, из вот этих танчиков. Вот по идее так и должно происходить. А не так, как они там мутят, блин, я не знаю, что-то невообразимое. Что мы, блин, проезжаем. По факту, как бы, мы только въезжаем в этот туннельчик, а они еще в нас не выстрелили. Да ё-моё! У меня просто, ну блин, у меня тут тупо последняя полоса. Это офигеть. Ай! Ага. Чё, Хованский? Я упал. А прикол в том, что у меня тундра еще. А, у тебя тундра? Ну так смотри, у тебя там тоже 36% вроде бы. Или 30-ка. Ну у меня тоже, смотри, Хованский 36. Единственный жесткий модуль, которого я как раз таки, ребят, боюсь, это у негатива, потому что у него продига, смотрите, у него там в продиге просто вообще практически фулл резистор рельсы. Косые! Ой! Я уже обосрался. Я серьезно уже на секундочку наложил в свои штанишки. Так, ладно, давайте попробуем вот такой тактикой. Да-да. Вы понимаете, что там больше половины чуваков, они даже ДДху не юзают. Ховик берет! Натуре? Да! Да ё-моё! Офигеть! А как они так затупили? Я просто всякими зигзагами ехал, вот так они промахивались. Блин, ну я так тоже вроде бы ездил, но нифигашеньким получилось. Окей, ребята, сейчас у нас будет еще второй голдик, который мы также попытаемся брать, но, соответственно, мы сейчас, Жека, будем выполнять то, что мы проиграли. Вот, и давай, я, Жека, наверное, первый буду кукарекать. А, нет, ты же у нас первый ехал, тогда ты первый кукарекал. Так, ну, ребята, я... Я, короче, как курочка кукарекнул. Короче, ребят, ставим на паузу и продолжаем. Ну что ж, ребят, продолжаем мы. Давай, Жека, начинай ехать. Я так думаю, чуваки уже у нас готовы. И Жека начинает го и... Блин. Слышь, поц, ты практически взял этот голд. У меня аж немножко с ДД. Да, ребята, с ДД. Да, нужно бить с ДДшкой. Так, ладно, давайте теперь я им пишу тоже го. А это кого-то дрел? Они разлетелись хорошо так. Да ё-моё, ну блин. Ну мне тупо не хватает, чтобы моя аптечка залечилась. Вы понимаете, ребята, что мы играем в режиме паркур?
это режим паркур. И мы не... Как мне так... Ховик, фу. Ховик, не надо так делать. Что там было? Я даже не хочу представлять, что там было, Ховик. Не нужно этого... Давай, Жека, я прям вижу, как ты красиво едешь. Мама! Да? Типа вот такого что-то было? Я понял. Так, окей, ребят, сейчас у меня будет мое КД, и, в принципе, можно уже, я так думаю, будет ехать. Так, нашим чувачкам я написал «Ого», чтобы все было вообще... Да! И Ховик такой «Да!» Это офигеть! Это вы, ребят, просто не представляете, как сложно. Так, я надеюсь, они не забыли ту тактику, Ховик! По которой... Ховик! Ховик! Ты хорош, Хованский. Хова гребень. Ну-ка давай не делай, пожалуйста, этих вещей. Потому что мне уже становится страшно. Да это пипец. Мне просто ночью, я хочу голдоджа, чтобы не купить. Так, ну я понимаю, что это пипец, конечно. Но все-таки ты должен тоже, Жек, понимать, что, блин, чувачки... То есть это реально сделать, это внутри как бы сделать реально. И Ховика так доказал, что это сделать seriously как бы реально. Да! Фух! Вот аптека. Покорекать. Аптека, моя сраная аптека, она вообще не лечит. Это серьезно. Это насколько. Ну блин, она бы хотя бы чуть-чуть. Че, Ховик, сейчас. Ну сейчас был Ховик вообще без шансов. Да, я вот прямо в твоем голосе не услышал даже, не знаешь, никакую такую искорку, чтобы можно было проехать. Так, давай, женёчек. Теперь, кстати, у Джека он самый такой опасный, потому что, блин, у него продика. Это решает, я вам скажу. Прям нормально-таки решает. Это тебе не хухры-мухры, в натуре. Это тебе просто не хух... Блин, я забываю смотреть на нарку, которая у меня есть. Меня опять... Блин, ну я понимаешь, я проезжаю больше половины трассы, и меня сливает. Это вообще не здраво ни раз. Так, ладно. Кто там у нас едет? Ховик! Ховик! Ты охерел, Ховик? Я не пойму, ребята. Вот Ховик у нас катается в модуле Тундра, да? В Тундре там 36 или 30% от этого? 36. А или 36? Че, не удалось тебе? Респы такие. Да, с респами, ребята, кстати, нам вообще не везет, потому что мы, опять же, респаемся в каких-то фиг пойми местах. То есть, ну как бы голды у нас падают в фиг пойми каких местах. Это вообще ни раз не здраво. Эй! Это, ребят, сейчас была рука-лицо. Блин, Ховик, нет. Ховик, нет. Ховик, фу. Ховик не нужен так делать. Блин, Жек, ты что здесь делаешь? Ты уже, блин, должен давно стартовать у нас там. А Жека у нас что-то здесь катается, опаздывает, еще что-то мутит. А, в ямку он упал. Ну, понятно тогда. Женька, ой. А можно мне здесь вот так проехать? Так, ладно, Женек, давай. Ехай. Ты только напиши им го. Ой. Я немножко Никитосу под задницу дал. Но, в принципе, ладно, ничего страшненького. Так, на. О, да, детка. О, просто да. Блин, ну, это серьезно, как бы нереально немножечко. Это вот, блин, реально нереально. Нет. Нет. Ладно. Сейчас, ребята, это просто собака подошла ко мне, которой у меня нету. Я вот так подышала. Вот это не я был. Блин, ну я сейчас почти проехал. Ну, серьезно, ну как это можно было допустить-то, а? Вот у меня аптечка именно в эту секунду кдшнулась. Вы видите, ребята, как у меня там хохолочек моей аптечки поднялся? И, блин, все, не получилось. Это вообще очень-очень... О, я прямо за голда проехал, мне стало страшно на секундочку, что я его сейчас возьму. Не дай бог. Нет, ну понимаешь, ты, я бы его взял в любом случае, как бы, ну, не так, как это полагается. Вот, поэтому такое себе дело. Бах. Чего? Это вообще нереально. Блин, кстати, некоторые чуваки, которые у нас стоят впереди, они все равно правила немножко нарушают. То есть они стреляют намного-намного раньше. Так что, чувачки, давайте рельсухи-то не заряжайте. Так, очень по-жесткому. Не забывайте, что вам нужно как бы действовать такой тактикой, что мы должны подъехать к вам, и тогда только вы имеете право настрелять.
Так что такое себе дело. Имейте это в виду. Так, Женёчек у нас тоже не проехал. Чего? Может быть, пускай они уже без ДД нас... Не знаю, ну давайте без ДДшек тогда. Может быть, сейчас давайте проедем. Без ДД. Давайте сейчас без ДД. Окей. ДД. Так, ну все, давайте жмем Go и начинаем, так сказать, ехать. Не знаю, ребят, сейчас, может быть, у нас эта тема получится, может быть, нифигашеньки не получится. Ну, пойду. Что? Не, ребят, ну без ДДшки это изи. Сейчас по-любому кто-то либо Ховик, либо Жека возьмет тот голд. Я больше, чем, ребят, на 100% уверен. Вот как бы сейчас Вайдер опять будет нас кукарекать. Вот, вот сейчас по-любому, ребят, смотрите. Заезд негатива, у него продига, его никто там в жизни не ваншотнет. И это все. Изи голд. И... Я не могу просто поехать. О, нормально. У меня есть, ребята, еще одна попыточка. Так, окей, 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 окей. Да, тритончик, там нужно без ДДшки нам как бы немножко рубиться, ну тебе точнее. Так, что имею в виду? Все, изи. Да-да. Ага, вообще Ховик изи голд. Меня тупо рельса мне весь, точнее мой КЕ сбила, по которому я должен был ехать. Не, ну все, ребят, вторая попытка мне уже не даст, боженька, танк фулл лайн. Сейчас по-любому, мне кажется, Жека его забирает. Вот смотрите, просто вангую. Ну, я даже молчать буду здесь. Да чё меня разворачивает как собаку? И? Что там было? Его прям перед голдом слили. Как меня. Я у голде был уже, камон. Вот это, ребята, была довольно-таки здравая тема. То есть вот это было... Ребята, петушочки. Кукарику! Не, ну Жека, ну ты шо? Какой кукарику? Во, Ховик. Что это было? Как будто, я не знаю, девочку какую-то обидели 12-летнюю. О боже мой, Ховик, просто топич. Короче, ребята, на этом мы нашу рубрику заканчиваем. Надеюсь, она вам понравилась. Если так, не забывайте завозить свои лайкосики, также подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Ну а с вами был Вайдер, Жека и Ховик. Всем пока-пока. Пока.